Переведено и озвучено по версии Killer King Records. Привет, ребята, сегодня мы здесь для эпической битвы на дрифт-байках. Найджел Джонс. Борец, боец, атлет. Ты готов? Нет, вообще нет, но давайте уже погнали. Он сразится с Фетти Поттером, действующим чемпионом. А ты что нам скажешь, Фетти Поттер? У меня колесо поломано. Ты глянь, совсем поломано. Плохое начало для Найджела. Что они вам не сказали? Найджел пришел такой, да я вынесу Фетти. Нет проблем. А потом Найджел приходит. Я пытался ему объяснить. Ты не знаешь, что Фетти умеет. Он такой, а потом он пришел, увидел Фетти всего один раз и такой, нет, я не участвую. Он псих, я ничего не знаю. Но я уже готов. Это называется практика каждый день, весь день. Он тренируется для Олимпиады по дрифтбайкам. Начнем с классики, 360. Это неплохо, но я думал, будет лучше. Мы засчитаем ему. Было немного медленно, но он так и докрутил эти последние 180 градусов, так что ок. Заеду со стороны Еврогэпа, сделаю мэнул и съеду здесь. Я его не знаю. Я в шоке! Ты как это сделал? По рейлу с пяти. Он еще не падал. Его почкам слишком хорошо. У тебя получится, Найджел. Надо просто слететь оттуда. Да, надо просто съехать, набрать скорости и съехать. Даже если колесом промажешь мимо рейла, все равно в конце все будет норм. В смысле, я бы даже и пытаться не стал, но у него получится. Мэнул на евро, потом круг, потом мэнул вниз и мэнул вверх на платформу с тремя ступенями. Ты понял, что он только что сказал? На самом деле, да. Я думаю, я смогу. Наверное. Это будет интересно. Начал очень уверенно, а потом, когда он подъехал к спуску, я увидел страх в его глазах. 50 там. Нам нужно сделать видео дрифт-байкинг, сделан проще. Первый пункт, который мы раскроем в видео дрифт-байкинг сделан проще, это то, как разогнаться так, как Фетти. Потому что он едет так быстро, раза в два быстрее, чем Дэниел и я. Хотя мы не практикуемся каждый день так же, как он, но мы стараемся. Мы стараемся. Господи, как это страшно. Дэниел пытался сделать это час. Правда? Ну я раньше на BMX катался. Они в принципе похожи. Что делаешь, что делаешь? Скамейка. Кикер и скамейка. Аарон, когда ты собирал эту скамейку, ты думал, что до этого дойдет? Он показал нам два пальца. Чуваки, Найджел ничем не уступает Фетти. Походу, тебе придется вытащить пушки побольше в этой игре. Я думаю, мы жестоко недооценили Найджела. Я очень впечатлен. Отличная работа. Он сейчас все сделает. 540. Он буквально дрифтил так жестко, что чуть не вылетел. Вы видели? О, Аарон, здорово! Это как трёха ревёр. Он сделает 720? Он сделает 720. Я вроде как ответственен за это, потому что я заставил Фетти это сделать, потому что я хотел это увидеть. Найджел, твой ход. Он что, хочет перелететь? Колеса могут быть где угодно, пока твои ноги не касаются земли. Окей. Это самое главное. Я справедливый судья. Ведь так? Ты посланник чистой справедливости. Так точно, сэр. Воистину. Спасибо вам, сэр. Он полностью сделал это! Это было офигеть как круто, ты молодец! Это было офигенно чисто. Кто-нибудь помогите мужчине.
Смысл такой. Запрыгиваю. И на двух колесах по всей. Я хотел, чтобы у него получилось, но я знал, что так будет. Фэти, теперь ты... Он будет делать фронт 50-180-out. 180-out это посложнее, так что посмотрим. Попробую 180 вот отсюда. Сюда? Да. О, нет! Я в порядке. Точно? Я приземлился на задницу. Он заезжает на кикер, потом перелетает на бокс и съезжает с него, и все это время без рук. Мы заходим на неизведанную территорию дрифтбайков. Он ногами не дотронулся? Не, все было норм. А ты что подумал? Я подумал, он не приземлит. Засчитали? Судья сказал, что все нормально. У тебя получится! Детские забавы. Все, его не остановить. Перелететь три ступени или съехать по ним? Я думаю, смысл был в том, чтобы именно перелететь их. Так что давай-ка разгонись и переделай. Мне кажется, он все-таки зацепил. Мне тоже. Но я не знаю, это было быстро. Что-то ударило и сделало этот звук. Он поднял руль, но все равно сразу полетел вниз. А ты бы это засчитал? Ну, после всего этого, да. Так и быть, мы тебе уступим, потому что ты сделал две попытки. А тут что происходит? Вверх, скольжение. И съезжаю с мануалом. Запущенный укус комара так чешется. А ты делаешь еще хуже. Я знаю. Да, хватит его расчесывать. У нас тут серьезный ущерб скамейке. У тебя получится, Найджел? Боже мой! Это игра, которая никогда не закончится. Прямо как эта чесотка. Надо бить его по рукам. Да, проучим его. Хватит! Хватит! Он делает 180 и 50-50 по этой. Оу. Хватит! Погоди, еще чуть-чуть. Нет, нельзя! А что ты делаешь? Фейки фаеркрекер. Фейки фаеркрекер? Чел, хватит! Я принесу пульверизатор и буду на тебя прыскать. О, это так глупо. Это самое смешное, что я когда-либо видел. Если это будет не самый жуткий укус москита в моей жизни, то я буду очень впечатлен. Привет, Фэти. Может, пописать? Я опять попробую тот. Через кикер на 50 и мэнл. Хорошо. Эй, чел! Гей! Нельзя! Нельзя! Попробую 180. Мне нужен новый байк. Поставьте лайк, чтобы у Фэти появился новый байк. Рейзер, слушайте сюда. Нам нужно 5 новых дрифт-байков, чтобы сделать видео в стиле Rocket League. Что будешь делать? No-hander с гранд-бокса. Нубский трюк. Я пошутил. Закончится ли когда-нибудь эта игра? Это так глупо. У тебя получится. У него получится. У тебя для этого весь день. Это было круто! Вау. Мы на неизведанных территориях. А что такое скейтборд? Я не знаю. Я знаю только дрифтбайки и моноколеса. Это было так страшно! Он будет делать мэнюал с трех. Съезжай.
Я не боюсь. Я все еще хорош. Воу. Мануэл с пяти? Это то, о чем я вам говорил! И для людей, которые в инстаграме Фэтти говорили, что он меня проучит. Че? Он может и выиграть, но я все равно хорошо справляюсь. Я сваливаю. А потом он посмотрел на меня с такой агрессией. Мы все еще друзья? Я хочу попробовать бэклип. Бэклип? Бэклипы? Это зло. Что он делает? Бэклип. О, нет. Мы знаем, чем это кончается. Это зло. Я не буду, нет. Сделай это для хейтеров из Инстаграма. Только поглядите на это. Тот звук, с которым он приземлился. Я это все почувствовал. Его почки! Ползи! Его почка! А твоя почка в норме? О, нет! Минус две почки. Пожалуйста, Рейзер. Походу, нам нужно 5 или 6. И сменные колеса. То, что они на них вытворяют, это просто из другого мира. Может, вы мне еще сделаете специальный руль, чтобы я мог сделать барспин? А могут ли они нам сделать кастомные подкладки под попы? Блин, Рейзер? У нас большие планы. Напишите мне. Мы все разрулим. Ладно, последняя попытка. Да блин! Ладно, это была хорошая игра. Это был справедливый матч! Все норм. Найджел дрался достойно, как любой из рыцарей. Откуда там? Из Камелота. Он опять это делает, о-оу. Его почка! Ползи! Почка! Это самое невероятное видео, которое мы снимали. Фэтти и Найджел! Как ощущения, Найджел? Вполне отлично, потому что я даже не думал, что я смогу сделать все эти штуки. Да, это не так сложно, как кажется. Просто надо полностью решиться, вот что страшно. Это было зубодробительное, камелотокрушительное, почковзрывательное, невероятное видео. И я надеюсь... И я реально надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, вам нравится эта серия видео. Рейзер, пожалуйста, пришлите нам байки. Рейзер, мы хотим продолжить делать этот контент. Но нам нужны еще байки, так что, пожалуйста, напишите мне. И я надеюсь, вам, ребят, нравится видео про дрифт байки. Большое спасибо Фэтти и Найджелу. Вы можете подписаться на них в Инстаграме, ссылка в описании. А я поставил тебе хоть одну букву. А, я не знаю, может быть. Я очень жестко ударился попой. Так что прям так сходу сообразить не могу. Подписка, лайк и комментарий. Увидимся в следующем видео. И кого вы хотите видеть дальше? Может, Гейб против Дэниела? И потом победитель сразится с Фэтти? Типа как турнир. Увидимся. В самом деле, не стесняйтесь писать комментарии, мы читаем абсолютно все комментарии. Поддерживайте, пожалуйста, переводы лайками, так мы знаем, что вам это интересно. Спасибо за просмотр.